Так, шла на обратном магазине. Пути, на обратном пути я заскочила в магазин. Сейчас меня тут задавит. И у меня тут слива. Вот, у меня, правда, луча еще осталось. Я ее сегодня угрохала уже. Хлеб, чтобы завтра мне не ходить это. Очень захотелось что-то молочного, поэтому взяла по скидке такой кефир. Там с клубникой, короче. Кефирный клубничный коктейль. Вот. Вот. Взяла вот такой соус. Попробую. Просто я люблю всякие соусы пробовать. Взяла набор рагу для последующего супа, который у нас будет. На всякий случай фаршику прихватила. Фарш немного добавить и масло. Масло я буду делать не селёдочное масло. У меня там 200 селёдки. Очень хочу селёдочное масло. Нельзя мне, но хочу. Всё. Значит, буду делать. Или завтра буду делать. В общем, когда успею.